Телевизионные дебаты и дискуссии кандидатов в президенты Казахстана пройдут 11 ноября. В них лично примут участие 5 из 6 претендентов на пост главы государства. Как сообщили в Центре избиркоме, вместо Касым-Жомарта Токаева в эфире выступит его представитель, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Согласно регламенту, дебаты пройдут в 4 этапа, один из которых представляет собой вопросы от избирателей. 5 числа телеканал «Хабар» ведет сбор вопросов от кандидатов и от избирателей. Каждый избиратель имеет возможность задать вопрос любому кандидату. По одному вопросу рандомно будет задано каждому кандидату. Время, предусмотренное на ответ, до 2 минут. Трансляция состоится в прямом эфире телеканала «Хабар» в 20:00 и займет не менее 80 минут, сообщили в ЦИКе. Что касается работы самой Центральной избирательной комиссии, ее члены посетили с проверкой уже 12 регионов. Сообщается, что ко дню выборов будет обеспечена 100% готовность всех избирательных органов по стране.